Сейчас цифровые технологии позволяют произвести множество операций онлайн. Оплата коммунальных платежей не исключение. Мы полностью готовы обеспечить потребности наших клиентов в финансовых услугах дистанционно. На сегодня практически все услуги можно оплатить онлайн. За первую неделю апреля нашими клиентами оплачено более 500 тысяч платежей онлайн, в том числе 46 тысяч – это платежи за жилищно-коммунальные услуги. Оплатить услуги ЖКХ, кредиты, штрафы, пошлины и пополнить счет мобильного телефона можно в Сбербанк онлайн. Плюс приложение в том, что сделать все это можно, не выходя из дома. Быстро, просто и удобно. Кроме этого, вы можете подключить услугу «Автоплатеж», чтобы банк оплачивал ваши регулярные платежи автоматически, но под вашим контролем. Если по каким-то причинам клиент не может воспользоваться онлайн-сервисами, оплатить услуги можно в круглосуточных зонах самообслуживания, в банкоматах и терминалах банка. А теперь давайте проверим, насколько же просто оплатить счет через онлайн-банк. Платежи и переводы. ЖКХ и домашний телефон. Мы оплатим услуги ЖКХ. Зарплата. Вводим номер лицевого счета. Далее. Здесь у нас показываются все данные о платеже. Далее. Здесь уже есть сумма платежа, только нужно ее проверить, включая комиссию. И оплатить. Тут же можно напечатать чек. Получить квитанцию с подтверждением платежа можно онлайн. Справка из приложения с печатью имеет такую же юридическую силу, как и выданная в офисе банка. Также квитанцию можно оплатить с помощью QR-кода и мобильного телефона. Все, что нужно, это навести камеру на штрих-код. Тем не менее, мы рекомендуем свести к минимуму посещение общественных мест, включая офисы банка, и по возможности пользоваться удаленными сервисами. Специалисты рекомендуют соблюдать режим самоизоляции, беречь свое здоровье и помогать с банковскими операциями пожилым людям. Ведь наши бабушки и дедушки находятся в группе риска. Элла Машир, Андрей Андрейко, к этому часу Белгород.